Приветствую, уважаемые зрители. Игорь Липсиц на связи, доктор экономических наук, профессор Игорь Владимирович. Здравствуйте. Добрый день. Сразу попрошу зрителей нажать кнопку «Лайк» «Нравится» для того, чтобы нас было больше. И первое, значит, мне попалось сегодня при подготовке к эфиру молния. Прямо вот российские СМИ, телеграм-каналы, молния, Песков. Дискуссии об ограничении продажи алкоголя не ведется. Надо успокоить было людей. Игорь Владимирович, что происходит? Какие ограничения? И главное, действительно, ограничения и запрет могут вызвать какие-то волнения и бунты, мол, война войной, но водочку нашу не трогай. Ну, это провокация, конечно, потому что на самом деле правительство России очень заинтересовано в том, чтобы народ пил, и народу как бы надо об этом намекнуть, что никто никак не будет мешать алкоголь принимать, потому что, ну, правительство все время повышает минимальные цены на алкоголь, соответственно, увеличиваются еще и ставки акциза, и это, в общем, такой серьезный источник финансирования военных расходов, поэтому чем больше население России будет спиваться, тем бюджету России будет лучше. Ну, так вот сегодняшняя жизнь такая. То есть сегодня пускай народ сопьется, но завтра он будет, конечно, ни на что не годный, но сегодня он заплатит много денег за алкоголь, эти деньги придут в бюджет, мы их потратим на ракеты и снаряды, ну и, соответственно, амуницию для тех солдат русских, которые тоже пойдут убивать и умирать. Ну, вот такая картина прожигания России в алкогольном угаре. Как хотите, поэтому надо напомнить населению, что надо пить, и никаких ограничений нет. Так может, наоборот, тогда сделать программу социальную, там, алкогольную программу, специально там талоны, купоны выдавать бесплатно? Ну, все может быть. Знаете, если вспомнить, мы вспомним довольно страшную историю времен Великой Отечественной войны, когда выдавали на фронте водку, да, если вы помните. И это, в общем, привело к тому, что очень многие фронтовики вернулись довольно сильно спившимися. Потом была большая беда, не очень сильно пили, много алкоголиков. Это страшная история, поэтому это все сегодня как бы дает доход в бюджет, это потом отзывается социальными проблемами. Ну, все может быть, не могу исключить. Ну, разве это не вредит программе путинской и кремлевской, что, значит, надо больше живой силы, поскольку, ну, еле стоящая на ногах живая сила, она хоть и числится кадровой единицей, но в бой-то не побежит. Знаете, даже пьяный мужчина способен зачать ребенка, поэтому если вы поговорите с врачами и психологами, то вы узнаете такой страшный термин «пьяное зачатие». Mm-hmm. Я, как человек, много работавший со школами, знаю, насколько это страшная проблема, сколько много в России детей вот таких от пьяного зачатия, которые рождаются с дефектами, потом с этими дефектами живут всю жизнь, а учителя с ними маются. Так что я разговаривал с учителями, у которых все дети в школе, в сельской местности, были плоды пьяного зачатия. Поэтому алкоголизм и зачатие, знаете, они в России друг другу не мешают. Последствия плохие, но зачатие может быть. Если в Кремле переживают из-за цены на нефть, они, я спрошу отдельно, то россияне переживают из-за цены на сливочное масло. Масло – один из наиболее подорожавших продуктов в России в 2024 году. И по данным Росстата, на 23 октября стоимость масла с начала года выросла на 23,4%. В магазинах участились кражи, вешают камеры, значочки, бирочки, колбочки, формочки, чтобы не выносили, не воровали. Что происходит? Что сливочное масло, почему именно оно и как будет развиваться, да? Будет ли расти дальше? Да это происходит довольно спорадически. То есть то один продукт выскакивает лидера, то другой, то у нас яйца выскочили, сейчас сливочное масло. Значит, там бьется за чемпионство по росту цен картофель, простите меня. Уж совсем такая, казалось бы, бытовая, простая продукция. Но в России в этом году плохо с картофелем чрезвычайно. И урожай оказался плохой, да еще и фермеры сократили посевы, площадь посевов, потому что был неудобный для них прошлый год по прибыли. Поэтому, в общем, если посмотреть, я взял специально посмотрел оптовые цены на картофель в России за год, сентябрь, сентябрю, они поднялись в 2 с лишним раза. Так что тут то один продукт, то другой где-то лопнет и где-то проявится. Это все будет происходить. То фрукты дорожают, то овощи, то с яблоками в этом году плохо. Значит, беда в том, что начинает, ну, как бы идет такой процесс, начинается процесс разрушения сельского хозяйства в России. Это такая не очень понятная история, но она, в общем, проявляется уже довольно активно. Она связана с тем, что россияне привыкли, что у них есть продукты питания в магазинах, и проблема продовольственная решена. Но это было связано с тем, что, ну, в общем, практически четверть века российское сельское хозяйство
так хорошо интегрировали в мировую агропромышленную индустрию. Приходила сельхозтехника, импортные удобрения, семена, значит, другие породы скота, значит, всякого рода лекарства ветеринарные. Ну, это все давало постепенно накопление роста продуктивности сельского хозяйства. Это было достигнуто, это был, в общем, действительно большой прорыв в России до войны. Сейчас вся ситуация ухудшилась. Она связана с тем, что даже как бы нет прямых санкций против продукции для сельского хозяйства, но невозможно платить. И поэтому компания начинает не поставлять. И в итоге начинается уже возникновение дефицита всего, что нужно для сельхозпроизводства. Это такие скучные темы, вот как бы люди на это не обращают внимания, пока не приходят в магазин и обнаружат, что у них чего-то не хватает. Ну, не хватает, но вот сейчас, смотрите, значит, пошла статистика от Минсельхоза, что в России не хватает теперь остро не хватает, слово-то какое употребляется, сельхозтехники. Возник острый дефицит сельхозтехники. Не хватает там, по-моему, 64 тысяч тракторов. Ну, потому что, ну, смотрите, ситуация же простая, покупали импортную сельхозтехнику, она хорошая, продуктивная, хорошие результаты, но ее же надо обслуживать, ремонтировать, значит, не идут запчасти, добыть невозможно, санкции мешают, техника выходит из строя, а новые купить-то нет денег и нет возможности. А у Лукашенко, если попросить? Да он не очень много может предложить, и российская индустрия сельскохозяйства тоже не очень может предложить. Кроме того, ну уж я прошу прощения, но, так сказать, российские производители техники, конечно, меня проклянут, но они меня и так проклинают, что российская сельхозтехника не очень хорошая. Она, в общем, сильно различается по качеству от современной, от передовой. И, в общем, люди в сельском хозяйстве ее не очень любят. Они мне об этом пишут и говорят, что без импортной сельхозтехники у нас поля за 3 года бурьяном зарастут. Ну вот картина такая. Там разные потери при сборе урожая на российских и зарубежных комбайнах. Там много чего можно, если копать по мелочам. То в итоге набирается вот эта преференция в пользу иностранной техники. Она дала хороший результат. Теперь этот результат исчезает. И Россия начинает терять основы того устойчивого производства продовольствия, которые были. И поэтому теперь проблемы будут возникать то на одном сегменте продовольственного рынка, то в другом сегменте. И это будет происходить постоянно. Но вот сейчас пошло это по маслу. Там мы упаковочные материалы подорожали, труд подорожал. Ну, там много чего получилось. Сложилось в какой-то момент, пожар загорелся в этом сегменте. Завтра загорится в каком-то. Ну, например, я могу вполне ожидать какого-то пожара там по подсолнечному маслу. Тоже вполне понятная история. Юг России, вы понимаете, там невеселая ситуация с урожаем. В этом году все будет нехорошо. Поэтому что мы увидим осенью? Я несколько месяцев начал говорить, что в России можно столкнуться с дефицитом продуктов питания. Но народ тогда воспринял эти мои слова, как всегда, как некую такую страшилочку. Но, в общем, сейчас как бы картина меняется. И когда ты смотришь, как человек лихорадочно запихивает под куртку пачки масла, видели это видео, да? Ну, как-то такая невеселая картина. Это не пенсионер украл пачку масла и побежал тихо к кассе, а это такой вполне серьезный мужик, он решил на этом сильно заработать. Ну, что я могу сказать? Картина жутковатая. Картина маслом. Игорь Владимирович, а есть ли где-то восполнить этот дефицит, вот недостающее там количество тоже продукции за рубежом? Ну, если там продать чуть-чуть нефти, чуть-чуть газа, чуть-чуть там алмазов и пойти, не знаю, к Китаю и сказать: дорогой Си, спаси. Ну, сложно, понимаете? Сложно почему? Потому что, чтобы что-то привезти, нужно что-то заплатить. Как только ты вспоминаешь эту маленькую тему «товар, деньги, товар», то, в общем, возникает проблема с платежами за импорт. Я тоже несколько месяцев начал говорить, что если в России разразится голод, то будут проблемы даже с закупкой продуктов питания, потому что, во-первых, не так много резервов осталось у правительства России, резервный фонд, фонд национального благосостояния практически проеден. Вот. И платежи за вот импортные продукты питания несложные. Значит, поэтому Россия начала сейчас уже, как вы знаете, отрабатывать модели бартерных операций. Вот уже такие ситуации реагируют, да, регистрируются налоговой службой. Там что-то лен продают за электротехнику, ну, что-то вот такое. Ну, вот, то есть, да, вот, ну, да, вот, ну, 21 век мы будем пытаться продавать нефть в обмен на фрукты. Я уж не знаю, чтобы не было цинги. Ну, вот что-то такое возможно. Да, с деньгами, платежами валюты за продукты питания будут проблемы, это трудность. Угу. В целом, что думаете, будет в следующем году в России с ценами? Вот есть мнение, что в 2025 году товары в России могут подорожать в среднем на от 8 до 20%
Такое мнение высказал вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Лейер. Игорь Владимирович, вы как думаете, где, какой может быть разлет цены, что вот кроме подсолнечного масла в первую очередь под, в зоне риска под ударом? Ну, сейчас, значит, вот к концу года, вот осталось уже 2 месяца, значит, будет очень, видимо, сильный рост вообще всех импортных продуктов питания. А это тоже до сих пор немалая часть российского рынка продовольствия. Будет очень сильный рост всей техники бытовой. Она вся практически импортная, она растет. Значит, начинается безумный рост цен на автомобили, потому что они подняли утилизационный сбор, пополняет бюджет. Опять же, значит, машины иностранные становятся безумно дорогими, а других-то нету. Вот сегодня прошла цифра, что ожидается очень сильный рост цен на такси, потому что почти 70-75% всего парка такси – это китайские автомобили, которые невозможно ремонтировать. Но других-то нету. Понимаете, это времена, когда Ford Focus был основным автомобилем такси, они ушли в прошлое, теперь китайские, а их никто не чинит, не ремонтирует, запчасти не приходят, поэтому катастрофа очень нарастает сильно, да? Поэтому вот все, что касается импорта, будет дорожать. Бурлюс в будущем году уже запланирован. Опять очередной рост цен на жилищно-коммунальные услуги, тарифы. Эти будут повышены по процентов опять на 10. То есть с миру по нитке, практически по всем позициям будет идти рост цен. Поэтому обратите внимание, даже президент Путин заговорил о росте цен. О замедлении экономики, о неких трудностях из-за санкций в экономике и росте цен. Ну, подстилает соломку, потому что остановить рост цен не удается. Игорь Владимирович, а как же он же говорил, что санкции только на пользу, что девальвация рубля наполняет бюджет? Ну да, конечно, конечно, конечно. Но знаете, эта риторика, она как-то не очень работает на человека, который приходит в магазин и видит, что за неделю цены поднялись на 20%. Он это очень хорошо фиксирует, он неделю назад покупал, через неделю пришел, он 20% дороже, человека волосы дыбом встают, и тут ему никакая риторика уже не подействует. Поэтому приходится Путину рассказывать, что да, вот у нас из-за санкций, да плюс наших собственных проблем оказывается в России дефицит рабочих рук. Он там все время нам рассказывал про низкую безработицу, хвалился. Тут вдруг, значит, заговорил, что дефицит рабочих рук. Почитайте его выступление на совещании по экономическим вопросам с правительством. Я сегодня целое утро развлекаюсь, пишу заметки в Телеграм, исключительно опираясь на российские официальные источники. Мне негатива хватает оттуда, знаете, без проблем. Мне даже позиционные источники не нужны. Я прямо сегодня в Телеграме цитировал сайт Kremlin.ru, выступление Путина, парламентскую газету России. Просто так хорошо, уже даже никаких оппозиционеров не нужно. Просто, собственно, российская печать дает такое количество негатива, что я уже просто могу их спокойно цитировать, мне уже даже добавлять ничего не надо. Дорогие зрители, в описании здесь под видео есть ссылка на телеграм-канал Игоря Липсица и на YouTube-канал Игоря Владимировича. Пожалуйста, перейдите и подпишитесь прямо сейчас. БРИКС, о нем хочу несколько слов сказать, точнее спросить. Политические итоги обсуждались громко, много, но ведь в первую очередь надо зрителям напомнить, что БРИКС был основан в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. То есть изначально предполагалось, что все-таки это некое экономическое объединение. Что вы скажете по итогам этого саммита, прошедшего вот на днях? Слились ли в экономическом, простите, экстазе вышеназванные страны и присоединенные к ним ожидающие в тамбуре приглашения? Как у них вот между собой отношения? И очень интересно, и как вовне у них? Вот, где оборот больше? И насколько сильно этот БРИКС действительно все-таки выполняет функцию некого экономического объединения? Или это такая ширма просто для клуба по интересам? Ну, скорее, все-таки второй вариант, который вы озвучили. На самом деле, как бы такого понятия, как БРИКС, уже практически не осталось. Потому что изначально БРИКС – это было некое условное обозначение группы быстрорастущих экономических стран, которые могут существенно увеличить свою позицию в мировой экономике. Бразилия, Россия, Индия и Китай. Но, в общем, из этого сейчас мало что получилось. Значит, разрушение как бы идеи БРИКСа было, когда присоединили Южную Африку, которая на самом деле уже давно не является бурно растущей экономикой. А уже в Казани как бы и сама идея БРИКС, она как-то потерялась. Я бы обратил внимание, что Си Цзиньпин, который выступал, он уже говорил не о БРИКСе в своем выступлении, он говорил о глобальном юге. То есть практически возникает, ну, как бы некая новая попытка создать что-то типа когда-то возникшего
движение неприсоединения. Был такой термин в мировой политике. Страны третьего мира заявили, что мы вот не с Россией, не с Советским Союзом, не с США, мы не присоединившиеся ни туда, ни сюда, мы сами по себе, вот любите нас и жалуйте. Довольно долго они там тоже так с важным видом проводили ассамблеи. Вроде какие-то осколки этого существуют до сих пор, но, в общем, это все затихло. Вот сейчас идет попытка создать нечто новое, показать, что мы тут сами по себе хорошие. С точки зрения экономики, тут много любопытного. Вот я вчера выступал на BBC и говорил о том, что на самом деле это, в общем, попытка, ну, как бы заявить о том, что они важные, нужные, не бросайте нас. Вот примерно так. Дело в том, что вот эти все страны, которые туда приехали, в Казань, они все какое-то время росли на волне глобализации. Но глобализация была связана с тем, что туда приходили развитые страны, инвестировали, строили предприятия, передавали технологии, учили людей работать, значит, заказывали продукцию этих предприятий. И эти страны глобального юга на этом поднялись, выросли, развились. Посмотрите на Китай и многие страны так. Сейчас глобальный север, то есть развитые страны, ну как-то они охладели глобальному югу, я уж не знаю, почему так получилось. Но, в общем, они после пандемии как-то стали разворачиваться обратно к себе. Глобальный юг теряет, из него вводят инвестиции. Даже из Китая вводят иностранные инвестиции, поинтересуйтесь. Мир очень сильно как-то разочаровался в Китае, который качается. Поэтому оттуда деньги уходят. Иностранные инвесторы закрывают свои, что называется, операции, уводят деньги. И это очень большая угроза для этих всех стран, потому что если уйдут иностранные инвесторы, уйдут иностранные компании, уйдут иностранные заказы, то эти страны свалятся в нищету. Они с трудом выбрались из нищеты в более-менее в бедность, а теперь они из бедности могут свалиться опять в нищету. Это страшно, это опасно, это политически чревато. Они пытаются каким-то образом сбиться друг с другом в стаю, друг друга как-то поддержать, попросить помощи у Китая. Потому что весь, ну, что называется, круг людей, приехавших в Казань, они приехали не в Казань и не к Путину. Они приехали туда, куда приехал Си Цзиньпинь. Они приехали выслужиться перед Китаем, попросить у Китая, пожаловаться Китаю, понадеяться на Китай. Вот это основная идея. Ну, просто это было на почве, значит, Казани, значит, вот на этой почве собрались. Все они хотят поддержки Китая, но Китай сам сейчас не очень может им помогать. Он сам сейчас в не очень хорошем состоянии. У него самого экономика качается, а он становой хребет всего этого объединения. Это основная часть всех. Там ведь смотрите, вот в этой группе, значит, этих стран глобального юга, давайте так, там всего 4 крупные экономики. Да, Россия, Индия, Китай, значит, и, соответственно, Бразилия. А все остальные маленькие, они там по полтриллиона все есть ВВП. Это такие мелкие-мелкие игроки. Но они в сумме, их просто их много, они когда собираются до кучи, то получается вроде большая часть мировой экономики. Но они все зависят от торговли с развитыми странами, они все зависят от инвестиций развитых стран, они все зависят от технологий, создаваемых в развитых странах. И без развитых стран они быстро теряют все и разваливаются. Поэтому им страшно. Вот они сейчас собирались и пытались как-то договориться. Экономически из этого ничего не проистекло. Слова были, шествования были, руки друг друга торжественно жали под камерой, а дальше-то ничего не получилось, никакого решения нет, никакой единой валюты, никакой валютной корзины, никакого аналога свифта нету, они все пытаются друг с другом разговаривать, все это чепуха. Знаете, это очень легко показать, что это чепуха очень простым примером. Смотрите, организовать удобную взаимную торговлю они все могли бы на базе юаня. Они все торгуют с Китаем, они все взаимодействуют с Китаем, они все получают инвестиции с Китая, для них ну, очень бы просто, легко было всю внешнюю торговлю друг с другом запнуть на юань. Но Китай не дает. Китай этого не хочет. Это Китаю не нравится. Поэтому даже юань, реально существующая валюта, не становится резервной валютой глобального юга. А все эти разговоры про цифровые валюты, да бросьте. Это значит, что должна быть абсолютно согласованная денежная система. А как она может быть согласована между Китаем и Индией, которые враги? Да? Между Индией и Пакистаном, которые враги? Между Венесуэлой и Бразилией, которые враги, ну, давайте, побойтесь Бога, это даже смешно обсуждать. Что по поводу вот, крушения доллара? Вроде как собирались на этом саммите, значит, нивелировать влияние западной валюты и предложить что-то другое. Игорь Владимирович, что предложили? Я ничего не предложили. Если брать статистику, то как росла доля доллара, значит, в международных расчетах.
и международных резервов так и растет. И вот интересно, что вот довольно кризисные сейчас мы времена переживаем. И, ну, как бы инвесторы идут в доллар, инвесторы идут в золото, вот больше никуда не идут. В юань не идут, да, в иену даже не идут. Я уж не говорю там про рубль или про рупий, то Господь с вами. Никто туда не вкладывается в здравом и трезвой памяти. Поэтому вот мир маленький, другого глобуса не завозят, не производят почему-то. Поэтому как был доллар резервной валюты, так и он остается. Как бы мы ни злобствовали, значит, враги доллара, он так и остается. И ничего другого пока нету. Про рупии вы вспомнили. Что с торговлей России с Индией? Что они с этими рупиями, миллионами и миллиардами, оставшимися на счетах? Что происходит с этой денежной массой? Похоже, ничего хорошего. Знаете, есть некая статистика Центробанка России. Он отслеживает такую статистику, как остатки валюты на счетах российских компаний-экспортеров в зарубежных банках. И эта сумма растет. По-моему, последняя цифра, которую они давали, что-то 180 миллиардов долларов. То есть 180 миллиардов долларов, это, в общем, считайте, ну, где-то больше 40% всей выручки годовой России от экспорта лежит где-то в зарубежных банках, и в России не может быть возвращена, потому что нельзя эти деньги каким-то образом провести по банковским каналам, и они лежат там, и они там практически не могут быть возвращены. Так что это не только рупии, это другие денежные единицы, то есть Россия. Поэтому сейчас начинает возвращаться, повторяя, к идее бартера. Ну а что остается делать? Да, скоро будут с мешками, с этими мехами ездить, да, как раньше, на санях. Игорь Владимирович, по поводу нефти я обещал спросить. Во время торгов вчера, 29 октября, цены на нефть почти не изменились. Предыдущую торговую сессию эталонные бренды нефти Brent и WTI завершились серьезным спадом. Цены на нефть упали на 6%, информирует издание Reuters. Что там на рынке нефти и чем, да, как будет развиваться, на ваш взгляд, чем чревато для российского бюджета? Ну, смотрите, значит, картина такая, для России не веселая, потому что, ну, смотрите, были ожидания очень большого скачка цен на нефть на фоне конфликта Израиля с Ираном. Угу. Но конфликт был сделан грамотно, культурно, я бы сказал. Израиль очень аккуратно нанес жесткий удар, но не по нефтяной инфраструктуре. Его американцы попросили не трогать. Израиль сказал, да нет проблем, и не тронул. Да? И мир понял, что вот той войны, которая бы разрушила инфраструктуру для нефтяных поставок Ближнего Востока, судя по всему, не будет. А раз нет вот этого фактора истерического, то дальше все возвращается к такой нормальной, ну, базовой динамике. Она идет на сторону снижения. И вот сегодня опять вышел очередной прогноз, по-моему, Всемирного банка, который предсказал на следующие 5 лет снижение цен не только по нефти, но по всему кругу сырьевых товаров. А это как раз то, чем торгует Россия. То есть следующие 5 лет по прогнозу Всемирного банка, не по моим каким-то истерическим заявлениям, это снижение стоимости российского экспорта, соответственно, доходов России, ну и, соответственно, ухудшение ситуации с бюджетом. А это моментально означает, что девальвация рубля. Я вот сейчас народу объясняю, как можно теперь самому прогнозировать курс рубля. Это очень легкая история. А очень просто. Вы берете проект бюджета России на будущий год. Там есть две величины. Ожидаемая стоимость нефти, да, она там заложена 76,5, по-моему, рублей. Да, 76,5 долларов за баррель, прошу прощения. И курс, значит, рубля к доллару, значит, и доллара к рублю, соответственно, 96,5 рублей за доллар. Перемножаете две цифры, получаете примерно там 6700 с чем-то рублей за баррель нефти. Значит, вот это сколько заложено в бюджет, чтобы бюджет сошелся. Хоть как-то нужно за баррель в рублях получить 6700. Значит, вот делите эту цифру на цену российской нефти на рынке, реальную, получаете, какой нужен курс, можете прогнозировать темпы девальвации рубля. Просто сами без всяких экспертов делать это все легко. Но, соответственно, получается, что если цена будет где-то около 67, то курс должен быть около 100. Меньше 67, значит, курс будет больше 100 рублей за доллар. Вот вам картина такая. Поэтому, чтобы это сделать, России нужно будет девальвировать рубль. Но девальвация рубля – это сразу рост стоимости всего импорта, и потребительского, и производственного, и ускорение инфляции. Поэтому вы, когда спрашиваете меня про инфляцию, ответ – смотрите на рынок нефти. Сразу будет понятно, победит Набиуллина с Центробанком инфляция или нет. Одна Набиуллина
Долина против всего рынка нефти. Я не знаю, кто победит. Так, да, в продолжение этой темы Банк России превзошел ожидания большинства аналитиков и поднял ключевую ставку сразу до 21% годовых. Это максимум в современной истории. Даже в феврале 22-го было меньше. Глава Центробанка Набиуллина признала, что экономика стала менее восприимчива к решениям регулятора. Игорь Владимирович, а теперь попрошу вас на общедоступный язык перевести, что сие означает. Ну, сие означает очень простую вещь, что в экономику России вливается из бюджета России огромное количество денег через военные заказы. Эти деньги попадают в оборот, соответственно, эти деньги выбрасываются в потребительский рынок. Раз и денег больше, должно быть больше товаров. А больше товаров не получается, потому что российское производство потребительских товаров не растет, а сокращается. Нет рабочих рук, нет ничего. И кредит слишком дорогой. Поэтому люди закрывают потихоньку или сворачивают бизнес. И вместо развития бизнеса кладут деньги на депозиты в банке. Выгоднее, проще, легче. Поэтому товары меньше, денег больше, цены растут. Значит, они пытаются это как-то остановить, не получается. То есть у них же какая схема? Они повышают ключевую ставку. И дальше они рассчитывают на какие-то последствия. Значит, какие последствия? Значит, раз поднята ключевая ставка, то будут повышены ставки по депозитам. Тогда люди вместо того, чтобы покупать какие-то дорогие товары, они понесут деньги в банк, положат на депозит, давление денег на потребительский рынок сократится, инфляция замедлится. Не получается. Перестали расти депозиты. Ставки по депозитам растут, доходность повышается, а люди не кладут больше денег. Ну вот нет уже, да? Все, что могли, положили. Значит, вторая идея, что если я повышаю, значит, соответственно, стоимость, величину ключевой ставки, то кредиты становятся дороже, значит, промышленные предприятия тоже меньше берут кредитов, меньше, значит, предъявляет спрос на товары, которые на эти кредиты покупают, опять инфляция замедляется. Не получается, картина такая. Люди, значит, берут потребительские кредиты, не кладут на депозиты, и бизнес все равно берет кредит. И сейчас ЦБ уже обсуждает историю такую. Они хотят ввести регулирование выдачи корпоративных кредитов. То есть прямую ограничивать выдачу кредитов бизнесу. То есть практически как в Советском Союзе, кредитный план вводить. Потому что рыночные механизмы не работают. Мне все время говорят, ну в России же рыночная экономика, она все сбалансирует. Ребята, ну вы проснитесь, от рыночной экономики в России остались рожки да ножки. Она уже очень сильно подъедена, изгрызена, от нее мало что осталось. Даже Центробанк уже понимает, что рыночный метод регулирования через ключевую ставку, но не работает вам, что Набиуллина говорит, не реагирует экономика. Значит, нужно что? Административные методы вводить. Сказать, вот тебе больше кредитов давать нельзя, живи как хочешь. Не можешь жить, банкротись. Вот это то, что происходит. Вы сказали про автомобильную отрасль, что, значит, Китай, который заполонил, сейчас не может нормально ни ремонтировать, ни обслуживать. А что происходит вот с другими способами логистики по России? Страна большая, по территории самая большая, там от Мурманска до Владивостока, надо все-то что-то возить, ту же картошку. Что происходит с авиасообщением, с ЖД-сообщением, с транспортным автомобильным сообщением? Да, в общем, ничего хорошего. Значит, с авиасообщением ситуация нехорошая. Почему? Сокращается количество самолетов. Ну, просто потому, что самолеты все импортные, они потихонечку выходят из строя, их ставят на бетон, а те, которые, значит, летают, на них переставляют, значит, запчасти с тех, которые поставлены на бетон, но тоже уже не помогает. И довольно много авиапроисшествий. Пока, слава богу, для россиян катастроф не было. Но, в общем, все время какие-то, каждый день открываешь, то самолет вернулся, то самолет не выпустили, то чего-то в полете отказал. Значит, и это идет постоянно, поэтому плохая история. Поэтому мы дожили до того, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой, чтобы казахстанские авиакомпании летали на своих самолетах внутри России. Вот. Раньше это было запрещено. То есть раньше разрешалось, чтобы, значит, скажем, иностранные авиакомпании из своей страны прилетела в Москву или там в другой город, и обратно улетела к себе. Но чтобы она, скажем, из Москвы в Новосибирск летала, было запрещено. Транзитные прилеты были запрещены. Теперь Россия просит Казахстан, у которого есть самолеты, чтобы он внутри России возил пассажиров своими самолетами. Так что с авиацией, я думаю, картина понятная. Да? Вот, значит, региональные самолеты, там вообще катастрофа, потому что их давно не производят, и региональные линии потихонечку схлопываются. А это значит, что он, вот если ты летаешь внутри России, то проблема возникает. В России уже давно летали на каких-то жутко старых самолетах, я помню,
прилетел в Тюмень лекции читать, выхожу из самолета и смотрю, стоят старые 134-х, сняли с неба, запретили летать. Но внутри Тюменского региона они летали, потому что других-то не было. Вот они летали, значит, внутри этой северо-западной Сибири, потому что, ну, больше не на чем. То есть за пределы области их не выпускали, внутри области только на этих уже очень устаревших опасных самолетах летали. Ну, вот это то, что касается, значит, авиационного транспорта. Железнодорожная проблема большая. Он захлебывается, у него не хватает пропускных способностей. И поэтому идет жесткая конкуренция, что возить. То ли уголь, то ли нефть на Дальний Восток. Пропускных способностей не хватает. Поэтому идет страшная все время схватка между нефтяниками и угольщиками. Кто победит то в один момент, то другой. Значит, потому что в какой-то момент запретили, значит, уголь возить, отдали преференции нефтяникам. Моментально начала рушиться вся угольная промышленность. Сейчас угольщикам дали немножко, так сказать, послабление, они теперь везут уголь. Теперь нефтяников проблемы не могут довести на Дальний Восток. Автомобильный транспорт, опять же, считайте, автомобили, автобусы, грузовики, в основном импортные, ремонт. Плюс, обращайте внимание, дорожает бензин и солярка, значит, растут транспортные издержки. Ну, в общем, как бы такая проблема с транспортной связанностью и с логистикой нехорошая, поэтому логистика дорожает, а это опять толчок к росту цен. Я хочу вас попросить дать как политическую, так, возможно, экономическую оценку тому, что происходит в Курской области. Как вы на все это смотрите? Ну, это для меня как бы некая ситуация расползания войны и создания ситуации, когда она начинает уже захватывать гражданскую часть экономики России все больше и больше. И это, в общем, как бы была не та идея, которая была, когда задумывалась все руководством России. Они это задумали как военно-полицейскую операцию за границами России, не трогающую экономику, не трогающую жизнь. В России это не получается, как и можно было предсказать. Ну и вот теперь мы наблюдаем, как начинается такая довольно серьезная экономическая беда. Вот на юге России, в самых ее таких хороших аграрных районах, значительной части этих регионов, скажем, одна Белгородская область давала около, по-моему, 10% животноводческого продукта сельского хозяйства России. Это, в общем, беда, конечно, для России, но она эту сама беду породила, что же она будет теперь с этой бедой жить. Это как бы уже будет дальше идти. Мало того, что были поражения НПЗ и создались проблемы на моторном рынке моторного топлива, и цена уже пошла вверх. Медленно, но пошла. А теперь еще могут начаться как бы неприятные явления на рынке продовольствия. Мы об этом уже тоже говорили. Ну и теперь они становятся более реальными. В какой перспективе мы увидим уже последствия от операции ВСУ в Курской области для экономики России? Я думаю, что в какой-то степени уже даже этой осенью, потому что когда начнется, что называется, подведение итогов сельскохозяйственного сезона, то могут быть разные истории. Тем более, что в этом году в России, к тому же, еще и урожай не такой большой, как мог бы быть, и он сократился из-за климатических условий. А тут еще как бы поражение регионов, где произрастает довольно много сельхозкультуры, производится корма, это, конечно, отзовется. Я думаю, что это отзовется уже в конце осени, в начале зимы. Мы даже можем увидеть эти последствия. Есть мнение, что Путина ничего не остановит. Для него цена абсолютно не имеет значения. Главное – результат. И вот я хочу вас спросить, что нужно сделать для того, чтобы нечем было платить за эту войну? Это вообще возможно при нашей жизни? Это возможно. На самом деле это возможно. Это зависит даже не от того, как воюет Украина, и что она делает, а от того, что произойдет на мировом рынке нефти. Что называется, яйцо, в котором спрятана смерть Кощея, лежит на нефтяном рынке, а там, как вы знаете, всегда очень много игроков, всегда очень много интересов, очень противоречивые желания. И там вот как раз лежит смерть, потому что деньги российские, это все-таки деньги в основном экспортные, а деньги в основном от нефти, все остальное – это имитация доходов. Это я заплатил 100 рублей военному заводу, потом с него 3 рубля взял в виде прибыли и вроде сказал, что у меня выросли не нефтегазовые доходы, потому что я значительно больше дал, но из них небольшую часть вернул в виде налогов. Это такая анекдотичная игра, перекладывание с кармана в карман. А реальные деньги приходят с рынка нефти, даже больше, чем с рынка газа. Рынком газа мы уже говорить не будем, но рынок нефти, а там много неприятных, в том числе такая дружная как бы России страна, как Иран, начинает очень активно наращивать масштабы добычи нефти, и это, конечно, чревато тоже падением цен на нефть. И тут есть очень разные комбинации. И вот как бы если начнется сильное падение цены на нефть, то вот тут, конечно, у России возникнут гигантские проблемы
с деньгами, ей придется деньги отнимать у населения. А вот как на это отреагирует население, я сказать не могу, потому что здесь, что называется, отнимает последнее. А тут такая, может быть, разная история. Мы еще развернуто обсудим историю с нефтью, но вот пока далеко не отошли от Курска, хочу процитировать издание Bloomberg. Украина и Россия будут сохранять транзит российского газа в ЕС, несмотря на бои в Курской области. Исправляйте меня, если ошибаюсь, но я так понимаю, что ВСУ взяли под контроль там, газораспределительную станцию, да, в Курской области, что-то такое. И вот если я правильно все понимаю, по сути, под контролем Украины эта станция, она может решать, давать газ или не давать. Исправляйте, если ошибаюсь. Но я не хочу подходить к этому вопросу с точки зрения война войной, а бабло по расписанию. Я хочу вас спросить, Украина на это не идет, потому что не может технически этого сделать? Или потому что она зависит от союзника, потому что в ЕС, куда, собственно, и транзитом идет этот газ, нас неправильно поймут, у нас могут быть проблемы из-за этого? Ну, второй ответ, конечно, более точный. Потому что перекрыть всегда легко, и это... Суд же это не главный фактор контроля за потоками, это всегда можно было сделать и на территории, собственно, самой Украины, но проблема в том, что жизнь у нас сложнее устроена, и, соответственно, уж совсем подставлять Европу, которая является реальным главным союзником Украины, в общем, сейчас довольно нехорошо, поэтому приходится делать какие-то такие комбинации, которые в абстрактной логике кажутся дикими, а в логике реальной политики, ну, приходится их реализовывать, что делать, такая картина бывает. Это, конечно, не может быть не радостно тому, кто это наблюдает, не являясь руководителем страны, но помню, что Украина в общем денежном плане, в военном плане, в энергетическом плане полностью зависит от Европы. Конечно, приходится делать что-то, чтобы не слишком сильно поссориться с Европой. Игорь Владимирович, я, возможно, что-то упустил, что-то пропустил, где-то чего-то не заметил, не доглядел, но я просто не могу понять. С одной стороны, СМИ трубили о пакетах санкций, об ограничениях на российский газ. С другой стороны, мы понимаем, как только что-то происходит, вот как бой в Курской области, все завязано опять на этой истории с газом. То есть Украина может решать, идет этот газ в Европу, не идет этот газ в Европу. Он продолжает туда идти. Европа до сих пор зависима от российского газа? Или есть определенные страны, которые зависимы от российского газа, как Венгрия, как то, Словакия, например? У нас уже были на этой почве конфликты. Конечно, вот второй вариант правильный, потому что, конечно, не вся Европа. Европа, в основном северная и западная, довольно быстро уже перестроилась. В частности, место России на немецком рынке заняла Норвегия, которая очень славно заработала, кстати. Россия очень сильно помогла Норвегии. Норвежцы должны просто памятник поставить Владимиру Владимировичу Путину за дополнительное богатство, которое они получили. Американцы хорошо заработали на европейском газовом рынке, поставляя СПГ. Так что эти страны переключились, и вот мой собственный дом отапливается газом, который приходит в СПГ и разжижается в Клайпеде. Так что в этом смысле я уже совсем не завишу от российского газа. Но вот две эти страны, да, Венгрия и Словакия, их приняли. В ЕС они там как бы полноправные члены, и вот им как бы это болезненно. Но их, я так понимаю, руководство Украины начинает прижимать и прессовать. Так что посмотрим, что это происходит. Ну, тут как бы игра тяни-толкай. Немножко прижал, немножко отдал. Немножко прижал, немножко отдал. Так что с Венгрией и Словакией будет такая история. Посмотрим. Вообще сама конструкция Европы начинает меняться. Это не очень такая понятная тема, но она довольно давно обсуждается о том, что вот эта конструкция Европейского Союза, которая была построена, она оказалась довольно неудачной, потому что все-таки приняли страны с очень разными уровнями экономического развития, с очень разными интересами, и это, в общем, разрушает ЕС изнутри. Поэтому периодически возникают какие-то странные темы, но как бы выделение нового ядра в ЕС без Восточной Европы, исключительно за счет стран западных, Германии, Франции, там, прилегающие страны, вот они устойчивые, они похожие, у них сходная система ценностей, а эти все страны, пускай, живут на особицу. Поэтому, как вы знаете, обсуждается вопрос изгнать Венгрию из ЕС. Это довольно странная история, но они возможны. Поэтому мы можем увидеть всякие повороты судьбы. И если Венгрия будет пытаться дальше играть против интересов Всеевропейского Союза, то она может попасть сама в большую беду. Ну, смотрите, Игорь Владимирович, как получается. То есть, по сути, это метод кнута и пряника. Вот кнут – это изгнать, пряник, то, что можно предложить. Простите сразу за там детский наивный вопрос, но можно ли пойти, например, другим путем и предложить Брюсселю, Венгрии и Словакии профинансировать те же СПГ-терминалы, чтобы не зависеть от российского газа? Или здесь то, о чем вы сказали, что есть политика, построенная этими государствами, и эта политика здесь
экономики очень далеко. То есть они на это не пойдут ввиду политических причин. Ну, понимаете, жизнь страны, она же определяется не только экономикой. Она определяется еще какими-то политическими игрищами, какими-то представлениями, ну и вы уж меня простите, личным интересам руководителей страны. Куда же от этого деться? И насколько я понимаю, у Орбана есть какие-то личные интересы в нефтеперерабатывающем предприятии в Словакии, мы об этом тоже знаем. Поэтому ну, не надо идеализировать, что есть какая-то абстрактная красивая модель интересов страны, и вот ее можно каким-то образом решить, и все, и политики автоматом развернутся и пойдут в другую сторону. Есть свои интересы, есть какие-то группы избирателей с какими-то представлениями, и, как мы знаем, в Западной Европе есть немало сторонников Путина, которым нравится, как он себя жестко ведет, и их раздражает местной бюрократии. Поэтому это все не так просто, не так однозначно. Дал какую-то там стимулирующую доплату, и все, страна тут же поменяла свою политику. Ну, не так это просто. К сожалению, для Украины не так просто. Выросли цены на нефть. Вот перейдем к этой теме, пожалуй. И, собственно, как пишет издание Reuters, цены на нефть растут на надеждах, что снижение ставок в США увеличит спрос на топливо. Ну, вот такая формулировка. Но для меня главное другое. Читаю сейчас еще одно сообщение, которое касается России и ее доходов от нефти. Россия в июле увеличила доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов на 880 миллионов долларов до 17 миллиардов долларов за счет подорожания на 4 доллара за баррель, а также сжатия дисконтов на российские сорта. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство. Расшифруйте для нас, людей, которые ничего в этом не понимают, что все это значит и почему так происходит. Значит, смотрите, дело в том, что вот когда ты сейчас вглядываешься в Россию, то там очень много странных вещей, таких неочевидных. Начнем с того, что российское государство теперь оторвало свои доходы очень сильно от мировой цены. Ну, потому что раньше они как бы оценивали реальную цену экспорта российской нефти, для этого были специальные агентства, которые собирали информацию о реальных ценах поставки, исходя из этого рассчитывалась выручка нефтяных компаний, определялся их прибыль, с этого брался налог. Минфину это надоело, и он перешел к тому, что он облагает на нефтяников российских на основе искусственно рассчитанной цены нефти. Не по фактической, а по искусственно рассчитанной. Они берут очень просто, они берут цену Brent, вычитают фиксированную сумму в долларах и говорят, вот мы считаем, что вы должны были продавать по этой цене, исходя из этой цены мы берем. Обратите внимание, два дня назад из тумана вылез Игорь Сечин, давно не было видно этого персонажа. А тут он выпал с озабоченным лицом и сказал, ребята, вы же губите нефтяную промышленность, дайте нам срочно вычет из этой цены, которую вы с нас хотите, в 3 доллара. Вы тут про 4, а он 3 просит назад вернуть, потому что у него большие издержки на вот это проталкивание нефти через всякого рода посредников, через расчеты, через посредников. Он их оценит 3 доллара. Вот что он просит, чтобы ему, значит, вот вернули, да? Значит, ну, вряд ли ему вернут, потому что, значит, каждый такой доллар вычета, вот я уже посмотрел оценки, это примерно 15 миллиардов рублей. Значит, 3 доллара – это 45 миллиардов, помножьте на 12 месяцев. Это уже где-то под полтриллиона. Сечин просит ему обратно отдать от Минфина. Ну, как-то мне трудно представить, что Минфин России распахнет душу и скажет, ну, Игорь, ну ты извини, вот погорячились, обидели тебя, прости, вернем сейчас все как есть. Это значит, что российский бюджет получает доходы, перекачивая в себя доходы реальные нефтяных компаний. То есть он загоняет в беду нефтяные компании России. Я понимаю, что в России и за ее рубежами мало кто будет сочувствовать российским нефтяным компаниям. Все понимаю. Но я понимаю, что можно же угробить любой бизнес. Угробили же бизнес «Газпрома». Отнимали деньги. Теперь «Газпром» убыточная компания. Никто не знает, что с ней делать. Скоро надо будет дотировать, чтобы «Газпром» не обанкротился. Дикое сочетание, «Газпром» обанкротился, но вот оно теперь уже, у него за полугодие 480 миллиардов убытков, за год, видимо, около триллиона будет.